Здравствуйте, товарищи. Непонятно, орет музыка или нет, потому что чей-то голос мешает понять это. Я понял. Обидно было до невозможности, до зубовного скрежета, до боли в заднице. Я тебя понял. Чё творится-то? Чё началось? Смотри, у них отвратительные пасти. А, я вспомнил. Вот сволочи. Переделывая существ, которые с 2 километров попадают в глаз белки, сидящей в скоростном поезде, который движется на скорости 700 км в час. Нет, не буду. Нам нужно создать новое существо, существо смерти. Вот что ты такой же опасный. Здравствуйте. Надо создать нормальное существо, чат. Ты ведь на прошлом стриме по спору обещал смерть сап. Вот сука, помогите, хулиганы! Бежим. Нормалек? Пахни, спасите! Сегодня был просто мега упоротый день. После оленя был злобный. Такие, давайте, ребята, давайте трахаться. Топ тут пришел. Такие все полетели. Так, это говно надо удалить. Оно не должно существовать просто в принципе. Я понимаю, что он красивый и многим в чате нравится. Но просто смиритесь. Какой Майкл Вазовский? Это смертельная тварь, ядовитая, просто ужасная. Какой там Майкл Вазовский? Алло, видно же, что это что-то страшное. Так, во, смотри. О, какое там... Это вот так, хух, нихуя... О, простите. Не-не-не, такое нам не нужно. Нам нужно что-то в духе. Вот так. Смотри, видишь, какая красивая, грациозная срань получилась? Мне сегодня в кошмаре такая же снилась, кстати говоря. Мне сегодня кошмар снился. О, посмотри, какая срань. Вот так вот. Угу, хорошо. Смотри, и если сделать вот такой, то в результате получается, что у нас... Что? Правильно же пород. Во, вот такой вот. Ну, нормально, на самом деле. Ты знаешь, по-моему, вполне себе, вполне себе. Во, смотри. Я думаю, это удобно. Ну, то есть, эти существа, они опаснее сзади, чем спереди. Когда в их цивилизации... Нет такого понятия, как отвернуться от опасности, потому что в случае любой опасности они отворачиваются от нее. И у них рога сзади и рот сзади, понимаешь? Это просто машина убийства сзади, а спереди нет. Вот так вышел какой-то прилетевший. Вот что бы мы ни делали, получается хер, понимаете? Это одна из самых нелепых хреней, которые я когда-либо видел. Отродье хаоса, да, что-то такое. Во, прям то, что надо. Так, отлично, осталось переименовать его. Его зовут Чадус. Как трехпалый по латыни будет? Мышник. Вроде так, по-моему, да? Хорошо, погнали. Да. Все, у врагов нет шансов, понимаете? Вот ты. Сюда иди. Что? А, прости, я не знаю, она просила. Да не трахаться. Пойдем со мной. Они такие милые. Я вообще хотел, чтобы они были опасны. Ну реально, порождение ада. Они вышли милые. Давайте следующее существо, которое мы создадим, будет по-настоящему. По-настоящему опасным. Куда? Это была плохая идея. Плохая идея была. F. Чат, я должен, я просто не учел одно это, поэтому нам нужно сейчас выйти в главное меню, не сохранять и перезайти, окей? Я понимаю, что это сейвскам. Я в целом умею жить с последствиями, я просто не разыгрался, хорошо? Я честно говорю сейчас. Типа, им просто повезло. Давайте не будем
Я, кстати, на прошлом стриме в конце вам обещал, что больше не буду кидаться безумно на людей, понимаешь, вокруг меня, которые живут. Поэтому я просто предлагаю сейчас ходить, собирать кости и таким образом неплохо прокачиваться. Это же годная тема. Что? О, смотри, мы тоже умеем петь. Да пошел ты в жопу. Я валю их, пацаны. А, ладно, все спокойно. Что нам поесть, я сейчас, блин, с голоду сковырнусь. Надо кого-нибудь убить. Будь дружелюбней. Так, спокойно. Пацаны! Да он нас просто разбирает, твою мать! Идем, идем, парни. Идем спокойно, спокойно. По крайней мере, покушали. Так, хорошо. Хорошо. Та-дам! Ху-ху-ху-ху! У нас пополнение. Что это было такое? Смотри! What the fuck? What the fuck, его похитили! Запомни модель корабля, которая их забрала на этапе космос, уничтожим их цивилизацию. У, сука! Я тебя запомнил. Смотрите, у него 4 уродливых крыла. Он натурально сует мясо себе в жопу. Как мало мне надо, чтобы, типа, радоваться в этой игре. Боже, как это тупо. Чат, у нас почти, посмотри. Вот стример, конечно, может быть, и закрывает, но... Эволюция почти зашла в тупик, понимаешь? То есть мы деградировали практически полностью. Сеня. Где Сеня? Слушай, он, походу, все. Это обидно. Его забрали по-любому, он уникум был. Ты просто можешь в это поверить? То есть у нас, по сути... 50 раз были моменты, когда мы с ним встречались. Но при этом, как только мы с ним подружились, его сразу же, в ту же секунду забрали. Сейчас будет мясо, и нас всех убьют. Так, хорошо, ладно. Ладно, допустим. Что делать, если все мои друзья давно перешли в мезозой, я до сих пор не могу выбраться из палеозоя? Ты сейчас как-то умно пошутил там, нет? Не находишь? В умирающем виде. Чат, мы практически эволюционировали, нам пришла пора вернуться домой. И это... Создать вид, который будет править галактикой, окей? Накинулись. Наш мозг увеличился. А вы говорите хард. Какой же это хард? Ивалона, спасибо за подписку, надеюсь, тебе здесь понравится, и ты и впредь будешь радовать нас своим обществом. Господи, я сказал, как какой-то цивилизованный человек. Поздравляем, существо еще на шаг приблизилось к обретению разума. Скоро оно сможет перейти на этап пле... Подожди, в смысле скоро? В смысле скоро? А я думал, мы уже сейчас будем, типа... Мозг что-то тяжелый стал. Так, вот так мы просто сейчас идем и собираем кости, окей? Хорошо? При этом уворачиваясь от любого рода столкновений. Нет, нам нужны быстрые ноги. Весь. 100 здоровья! Нихера себе! Нормально. Нормально. У себя глаз сзади. Нормально. Нормально, Алексей, что ты начинаешь? Нам нужно собрать как можно больше костей. Гизел. Остров доктора Грогнака. Нормальные, по-моему, существа. Но, типа, у тебя и таких нет. Понимаешь, типа, у меня прекрасные существа. Не надо их говнить. Иначе они придут к тебе. Они уничтожали континенты, понимаешь? Бежим! Нет, 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 нет. Мне кажется, он зол. Перестрахуйся и сделай мощную дичь. Понимаешь, мощная дичь далеко не всегда красивая, поэтому какой в этом смысл? Кто будет делать сну-сну? Алло! Изи, воу! Воу! Короче, мне нужно создать новый разумный вид. Разумный вид должен быть разумным, верно? Чат, с этим существом мы будем очень долго, поэтому отнеситесь с пониманием, я буду создавать красивое существо. Теперь существо стало внезапно резко красивым. Блин, мне не нравится. Эти глаза, они надолго, поэтому... Красава, так, уже нравится, хорошо. Степанько. Не, ну мне Рили нравится, простите, типа... Осталось посмотреть на его... Господи, что мы создали? Что ж? Слышь, по-моему, так даже лучше, нет?
у него какой-то атавизм, у него слишком большой кадык. Но при этом тут как будто мускулы для шеи. Вот оно что. Все оправдано. Все оправдано эволюцией. Так, осталось подобрать ему нормальную расцветку. Нет, нет, стримеры так не смеются. Довольно неплохой получился на самом деле. Нет, что-то сломано, он смотрит вниз. Куда ты смотришь? Ты что-то шея опять. Ему стыдно. Он все равно печальный. Он по-любому... Почему ты такой печальный? Что с тобой не так? Блять, что происходит? Вот! А что ты сразу так не делал? Ладно, пусть будет таким. Сохранить и выйти. Так, история вашего вида. Короче, вы были вот такие... А потом все это привело к стримеру, как обычно. Тебе не нужно столько рук, просто смирись. Давай у тебя руки, как у Папая, будут вот такие вот. Во, совсем другое дело. Вы что там делаете, бать вашу? Сукины дети, отошли от моего туалета. Рот завали свой. Ура. Ваши подопечные научились высекать огонь. Мастурить, господи. Мастурить научились, ага, инструменты. И возводить примитивные постройки. Но вскоре на планете начнут появляться другие племена. Ваши будущие соперники, будьте бдительны. Что мы умеем? Бутоньер умеем делать себе такой. Подожди, бутоньер должен быть не такой. А, это на голову. Бутоньер, говорит, не такой должен быть, алло. Во, хороший-хороший костюм получился. Я не знаю, что это такое, но выглядит как церемониальное украшение. Ну, в принципе, все выглядит вполне себе логично. Ух ты, посмотри на него. Боже, как же он эпичен. Этот взгляд уставший говорит очень о многом. Нонсаб-поселенец. Выглядит эротично. А это такой маленький, да, тип? Нам нужно добыть мясо. О, какое-то мясо стоит. Поди добудь его. Эх, мы не справимся. Джек! Ну ладно, я попробовал. Это не сейвскам сейчас, я просто проверял возможности игры, окей? Все вымерло разом. Я не знал, что мы такие слабые. Я не знал, что на харде мы такие слабые. Ага, мясо есть, иди еще, давай. Добавить детеныша, 10 единиц еды. Происходит. Опа-на! Подожди! Это же мои бывшие! Ну, в смысле, бывшие. Что они тут делают? Это как? Вы же мои! На планете появилось враждебное племя Чадус Уминус. Но он сабы против Чадус Уминус. Но Чадус Уминус это сабы, вы правильно понимаете? Я понял. Сабы вам капец. Боже, они прекрасны. Как и все мои существа, они по-настоящему красивы. Мне кажется, их сейчас этот здоровенный громозека убьет. Они, правда, не настолько красивы, поэтому шанса у них особого нет. Парни! Они нашу рыбу воруют. Саба ворует рыбу у нонсабов. Это какая-то ненормальная тема. Погнали, полетели. Давай. А вот они. What the fuck? Как это работает, чат? Что там происходит-то? Не, никто в принципе и не сомневался на очередное фактическое подтверждение того, что сабы они мощнее нонсабов примерно в 100 раз. Нас было больше, у нас было оружие. Почему нам так вломили, я не понимаю. Типа, ну они меня просто взломили, понимаешь? Так, сволочи, быстро все рыбачить. Я не понял. Сабы, вы чё?
Чё ты ржёшь там, сволочь-то такая? Знаете, что он ест? Он ест нашу еду, он своровал ее только что. Ты куда смотрел? Куда ты пошел? Посмотри, чат. Тир 3 выглядит примерно так. Посмотри на него. Трубы помогут подружиться с твоей... Завались. Какой подружиться? Ты что? Шо, конченый? Такие. Сейчас мы сделаем все по-нормальному. Просто это была первая тройка, и она была типа кривая. Сейчас мы всех развалим там. О, боже, тир 3. Только не ходи сюда, ладно? Посмотри, у них тут кругом постоянно какая-то дичь, и их при этом не трогают. Так. What the fuck? What the fuck? О, сука! Надо грузиться. А вы кто такие? Это кто такие вообще пришли? Ой, твою мать. Ой. Давайте, парни. Те просто стоят и смотрят, кто победит, понимаешь? Дружить-то будем, нет? Как мы им наваляли, посмотри. О, боже, там еще идут. Это реально смерть. Мы побеждаем хоть? Что, в сказки веришь, или там? Это все. Это край. Это было максимально подло с их стороны. Нансабия пала. Чач! Просто валим ее по-быстрому вообще, максимально быстро. Не работает. Тут довольно сложно выжить. Хорошо. А в эту игру мы вернемся потом. Я слишком слаб для нее сейчас.